эти кинокадры сняты в узбекском колхозе политотдел осенью прошлого года. 1900 центнеров зеленой массы с початками с каждого гектара. Такой урожай кукурузы получает здесь Любовь Лис. Недаром она стала маяком для кукурузоводов Узбекистана. Никита Сергеевич Хрущев во время посещения республики советовал создать здесь школу передового опыта. И такая школа теперь открылась в колхозе политотдел. Перед слушателями первой выступила Любовь Ли. Она поделилась с ними своим опытом выращивания кукурузы. К началу весны школа подготовит около 500 мастеров выращивания кукурузы.